ебать вам, пидорасам, блядь, не отвечаю. Если не дай бог, сука, у меня Ради. Сына хоть волосок упадет. Давай. Убей, блядь, фа! Yes! Кто его поддерживает, но... Не, это человек, который... Я хотел... Блядь, ребят, еще раз говорю, что я приезжал два раза в Красноярск. Первый раз это была моя оплошность, я не смог, да, там найти. Понятно, что никто бы его там не ушатывал. Хотя, хуй его знает, если бы... Но я хотел с ним разговаривать, поговорить. Ну, грубо говоря, посмотреть. Естественно, какая мама? Ну вы что, блядь, издеваетесь? 30-летние дядьки сейчас будут при маме разговаривать. Ну, это, ну, как минимум, блядь, ну, неправильно. Тут получается, что берешь, блядь, и приезжаешь к одному, а... Ну, ему похуй, он так и говорит, с меня как с гуся вода. Ему, ну, поебать. И у него нету ничего такого. У него не то, что святого нет, у него... Ну, просто ему похуй, блядь. А... Ему не стыдно, ему не стрёмно. Он потерял уже в жизни вот этот момент человеческий, когда за что-то может быть стыдно. Он письку свою фотоит, блядь, и отправляет в Телеграм. Ну, о чем? Ну, это нормально. И ему это похую. Его, говорю, блядь, обрыгали его, ему похую. Ну, обоссали, ему похую. Чем человека еще можно напугать? Что ему надо сделать такого, чтобы он охуел? Вот что человеку, который в жизни потерял все моральные принципы? У него нет моральных принципов. Никаких. У вас у каждого они есть. Червей ел, блядь, там, попарыш ел, молочком себя брызгал, блядь. Рыгать на него рыгали, блядь. Ссать сали. Пизду лизать лизал, блядь. Пальцы там в пизду пихал, потом облизывал, делал. Ну, на камеру я имею в виду. Ну, что это все есть? Что человеку можно еще сделать такого, ну, чтобы он испугался? То, что вот он боится пизды получить, ну, это мы знаем, мы видим все. Он, ну, ему тоже похуй, да, я говорю. Но все равно я хочу, да, добиться своего. Ну, грубо говоря. Ему ничем, ему похуй. Вот он сейчас, я говорю, он весь день сидел в страхе, всю ночь и весь день боялся. Сейчас я только сюда приехал, он опять... Ну, все. Ну, ему похую. Живет одним днем. А обращать на него внимание, грубо говоря, да, конечно, я буду обращать внимание. Почему нет? Делать на нем прям полностью какую-то карьеру, нет, конечно, не буду. Так поржать, посмеяться, прикольно. Тухлую рыбу ел. Да все он жрал. Говно жрал, ебаный в рот. Что вы говорите? Просто ему ничем не испугать. И самое что обидное, да не то что обидное, самое странное во всем этом, его поддерживает в этом мама. Его мама родная. Нет, бы сказать, да сынок, ты что делаешь-то? Ну это как бы хуёвает. Ну она говорит, это сок. Его не обрыгали. Сок в рот набрали и плюнули соком. Какая моча? Это все шоу. Ну, понимаете, да? Мама, нет бы мама сказать, блядь, сынок, ты ебанутый. Мне стыдно за тебя, ей за нее ей не стыдно. Ку-ку, я звонил Марику, Марик был недоступен. Сбрасывался номер. Прям реально звонил. Вот, пускай он посмотрит. Это про кого? Это про Григория. О чем вы говорите-то? Вы говорите о том, что ему что-то можно ему сделать. Вы говорите об осы его, да ему похуй, блядь. Да на него, блядь, он рот откроет. Еще вот еще сейчас чуть-чуть совсем маленько, он в жопу начнет ебаться. У него мысли-то какие? Лишь бы бабки заработать, ему похуй каким образом. Он по сей день говорит, что вся его семья говорит, что я, кубатура, там, мы все за бабки. Вы почему все это? Вы вот почему вот так? А вот мой сын не так. Да,
Не обрыгали его, это сок был у парня, это все шоу. Какой мочой, блядь, а? Ты вообще вот в своем уме, блядь, мочой? Привет, а то...